Hi, диджей Колдун. Хотел бы вам показать, как я делаю свои композиции. Вот Fruity Loops 10, не демка. Вот я делаю. Тут. Так вот, запись. И хотел бы для начинающих подсказать, как сохранять. Вот, нажимаете, заходите вот в файл, ищите экспортировать. Вот, ну я в Wave сохраняю. Нажимаете Wave. Вот, ну, можно назвать его там как хотите. Сохраняете в папку, какую хотите. Вот. Вот сюда вот. Опа. И обязательно нужно, вот смотрите, начать. Или свернуть и сохранить можете. Вот. Можно, ну, вот начинаете. Вот тут выставляете все те самые технические характеристики, сколько вы хотите. Вот, давайте 24 бита сейчас сделаем. Вот, тут оно все показывает. И сейчас вот начать. Бац, поехали. Вот идет процесс. Опаньки. Все годится. Вот оно. 2116 килобит качество. Вот, в АИПе включаем. И готово. Вот, можно еще по-иному пойти. Вот, экспортировать, опять Wave. Ну, назвать его там 0. Скажем так, пофиг, как его назвать. Ну, в этом смысле. Так. Вот, давайте сюда. И вот, например, вот это давайте нажмем. Свернуть и сохранить. Вот оно пошло. Ну, то же самое пошло, да? Ничего нового. 16.5, 16.5. Ну, да, готово. Вот так я все и делаю. Ничего сложного, так каждый может, так что. Ну, я бы сказал, что я использую Fruity Loops не всегда, есть много других программ. Ну, и эту тоже. Нужно сохранить. Вот сейчас сохраню. А вот как сохранить проект сам. Раз, нажали. Вот я его назвал опять 9. Опять туда же. А не, вот сюда. Файл. Сохранить. Как? Или сохранить просто нажимаете. Как хотите. Сохранить новую версию, вот можно. Вот я назвал 9, пускай будет 9. Вот. Опа, и она на Fruity Loops все будет там храниться. И теперь можно программу спокойно закрывать.
И все. Все, всем пока-пока.